Face-to-face или битва взглядов участников Fight Time Promotion пройдет 29 апреля в торговом центре Trinity. Организаторы обещают зрелищное мероприятие, а в субботу 30 апреля в ночном клубе «База» пройдет большой республиканский турнир Лиги единоборств. 11 профессиональных боев с участием республиканских и мировых призеров по всем правилам кикбоксинга, тайландскому боксу и ММА. Завтра в 18:30 будет проходить в торговом центре Trinity взвешивание, пресс-конференция face-to-face, да, сленгом бойцовским называется. Будет веселое мероприятие, где впервые спортсмены будут видеть друг друга, да, будут стоять лицом к лицу, и вот там вот уже накаляются страсти, там уже начинается борьба, борьба характеров. Будет интересно, будет очень весело, ярко, плюс у нас еще там запланировано кое-какое шоу, будут разыграны билеты, будут разыграны некоторые сувениры спортивные. В них примут участие спортсмены нашей страны, преимущественно из Гродно. Это призеры мира, чемпионы Европы, призеры республиканских турниров. За главный приз, титул чемпиона организации в весовой категории до 80 килограммов, разыграют Юрий Быбочкин и Сергей Чернецкий, действующий чемпион Европы среди профессионалов. Кроме того, на турнире будет специальный гость Алексей Махно. Знаю многих ребят, кого-то лично, с кем тренировался и до сих пор тренируюсь, кого, знаете, репутация опережает. То есть спортсмены, в принципе, мир небольшой, все друг друга знают, и на высоком уровне тем более. И когда я увидел афишу, увидел определенные имена ребят, которые будут выступать там, просто не мог не посетить, когда от Дмитрия пришло предложение. Я, в принципе, не раздумывая согласился, потому что я сейчас, скажем так, в режиме отдыха после боя. Есть время, и совместить приятное с полезным, посетить такое мероприятие, не мог себе отказать в удовольствии. А для тех, кто не сможет прийти или захочет пересмотреть любимые моменты боев, телеканал «Гродно Плюс» проведет прямую трансляцию.